Ведущий, который постоянно срывается на крик, смешение языков. Пытаются учить меня манерам? Ты враг моей страны. Дуже приємна тенденція, що зараз в російських ефірах на різних ток-шоу вони починають обговорювати самі себе. Мені здається, що цей жабо-гадюкінг, він замкнувся, цикл. Що ця кобра, анаконда, змія почала їсти себе за хвіст. Тому що вони вже обговорюють самі себе. Правда, відбувається це на різних ток-шоу. От, наприклад, Собчак обговорювала Соловйова, а Соловйов, відповідно, вирішив трохи обговорити Собчак. Вот вам нравится риторика этой программы? Ведущий, который постоянно срывается на крик, смешение языков, немецкого с нижегородским. Как ливерный колбаскин, я! Да, да, ты русичин, я! Не получается, что я думаю, с экрана возьму. Ну, это современные технологии, они все базируются на Западе, поэтому у вас не получается, ничего страшного. Вы без кранк, он... Вам это симпатично? Тебе не нравится, что я, как я говорю, ты требуешь, чтобы был бы такой же бесконечно скучной, пошлой рыбой, как ты? Который бздит ответить Моргенштерну на прямые вопросы и начинает юлить. Который ничего не знает о войне, который зато с радостью, вот с такой с радостью стояла на Майдане, ковыряющийся в носу, матерящий. Я перепрошу, але на Майдане и муж с Кабеевой стоял. К нему будут какие-то вопросы? Нет? Ну, я так и знала. Угу. И чудовище пытается учить меня манерам? Ну, знаете ли, уж точно не от этого. А если говорить об эпатаже, вот это пытается меня чему-то учить? Вы забыли, как Собчак, ну, чуть ли не прям не, вот, не влюблена была в Саакашвили и прочих? Нет такого врага русского народа, которого бы не вызывали у Саакашвили. Не, ну прекрати, ну что вы, надо же. И вот она приезжает и подмигивает. И, кстати, вопрос, а почему Собчак до сих пор не под какими-нибудь санкциями? А потому что Запад прекрасно понимает. Им нужны такие. А почему Собчак не под санкциями в России? Почему она еще до сих пор не инагент? Потому что работаете вы на одну хваленую контору. Все большой, дружной семьей. Ну и, до речи, знову ж таки, про манери Соловйова давайте поговоримо. Тому що в попередніх ефірах він також відзначився цією самою манерою. Обсуждений, рассуждений и, відповідно, питання залишається завжди актуальним у тому плані, про кого говорить Соловьев. Такую херню несет. И ты понимаешь, что это просто малолетний вот абсолютное ничтожество, которое возомнило себе не весь что. То есть, что этот сопляк вообще сделал? Даю вам час на роздуми. Як ви думаєте, про кого Соловьев так говорить? Тут має з'явитися десь годиночок, щоб дати вам трохи часу на подумати, і ви такі, ну, добре, я вам дам варіанти відповідей, та? Можливо, Соловйов говорить так про свого синочка, або ж Соловйов говорить так про півця-шамана, або Соловйов так говорить про Мілохіна. Як думаєте, про кого так говорить Соловйов? Ну, чем он прославился? Тем, что 21 год, ему надо, чтобы кто-то слюни утирал? Вот это инфантильное пи***ное чудовище, оно вообще о чем? Иди служи, иди, служи. Каже той, якому виповнилося 60 років, і він вже не являється військовозобов'язаним не на території Росії, не на території, я нагадаю, Ізраїля. В ответ на оскорблення Соловьова Мілохін заявив, що не знає його. Он меня не знает. Популярный тиктокер Даня Мілохін. Это что за профессия такая? Это такая же профессия, как у вас. Вот сидеть вот так вот и налево и направо обо всем. Такая же профессия. В принципе, можливо, только трошки меньше оплачивается, и, можливо, знову ж таки, не с державного бюджета. Ну так. Чисто предположительно, але то не точно. Тим не менше, чия би корова мичала, я знаю, як Путіна любить поговорки, в этой ситуации была бы как раз очень уместна. Или как там Путін говорил? Чия би кобила мичала, чия би коза мичала. Корова, кобила, неважно. Животное, короче, какое-то. Короче, чию би
не мычало, а в этой ситуации оно бы хорошо подошло. Ну, во-первых, как там говорил Конфуций, да, миром правит не слава. Как там говорил Конфуций? А как там говорил Владимир Владимирович Путин? А как там говорил Дмитрий Медведев? А там как говорил царь Николай I? Причем тут Конфуций? Как-то не исконно по-русски. Слова и законы, а знаки и символы. Статуя свободы, все знают, да? Кто она? Ну, кстати, свободы, кто? Француженка. А? Француженка. Она не француженка, она, соответственно, греческая богиня ночной тьмы и колдовства Геката. Ну, подарили ты ее французу. Подарили французу? Ну, кого они подарили? Гекату. Кто мне Геката? Символ ужаса в некотором смысле. Это, ну, вот это классики французские. Да, это Геката с факелом. В греческом пантеоне это такой символ ночного ужаса. Да? Барабашка, которая из-под кровати лезет. У меня есть для вас тоже символ ужаса. Смотрите, если мир вращается вокруг символов и символов ужаса, у меня тоже один для вас такой є. Дивіться, как вам такой символ ужаса? На кожну вашу відповідь взяти Київ. Можете використовувати в будь-якій ситуації, підходить. Подобається вам такий символ? Бо інакших у нас для вас немає. Знаєте, тільки цей підвезли. Інакших не буде. Ну і, звісно ж, ще одна подія сталася цього тижня. Виступ Путіна на G20. Хто запросив Путіна на G20? Індія запросила Путіна на G20. При цьому Сполучені Штати і Китай участі в цьому цирку не брали. Ну, їм, певно, не хотілося в цирк. А всі інші, звісно ж, послухали. Росія ніколи не відмовилась від мирних переговорів з Україною. Це не Росія, а Україна публічно об'явила про те, що вона виходить із переговорного процесу. Да. Тому що якби важко говорити про щось, коли постійно ти чуєш звуки вибухів. Тому що постійно працює артилерія, постійно працюють реактивні системи, постійно працюють кулемети, постійно летять снаряди, заборонені в Європі в тому числі. Ну і відповідно постійно важко в цей момент кричати тобі про якісь мирні перемовини. Ну, це по-перше. А по-друге, ні про які мирні перемовини мови бути не може, поки Росія не забрала останній сапог свого руського солдата з українських земель і з української території. Некоторі колеги вже в своїх виступленнях говорили о том, что их потрясает агрессия, продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия. Всегда трагедия, говорит. Ну, как бы да. Всех потрясает то, что Россия начала войну на территории Украины. Да, это всех потрясает. Но почему-то Украина не хочет с нами мирных переговоров. Агрессия России против Украины. Ты зараз своими словами через рот, то сказав. Ми зараз це почули, і ти кажеш, но Україна не хоче мирних перемовин. Агресія – мирні перемовини. Агресія – мирні перемовини. Ну, знак дорівнює тут, як не ліпи, а він не стає. Він може стати тільки отак, знаєте, шпалами, парканом між нашим кордоном і вашим кордоном. От тоді, можливо, ми про щось і поговоримо. Перекрикувати будемо через той паркан. Коли ви будете стояти десь в черзі біля отверстія за безплатним супом. Тому що на свій грошей не буде, бо всі ваші підуть на репарації Україні. Ну і, до речі, знову ж таки, вчергове мова про те, що Владиміри Росії були послані для того, щоб загнати її за той самий паркан. І в болото. А откуда всі проблеми? Всі проблеми, на мой взгляд, я могу ошибаться, все проблемы начались с того, когда Владимир Ульянов в 22-м году, как крепостных, вот раньше отдавали крепостных, продавали деревни с крепостными, так и он пол России присоединил к Украине. С какого бодуна? С какого? Он вообще, для меня он был безграмотный человек, Ленин, который нигде не работал, который жил в Швейцарии. Что, где он там? Я еще одного такого знаю. Безграмотнейшего человека. 16 лет он, по-моему, жил в Швейцарии. Что он там делал? Я когда...
А что вы, блин, похоронить тогда его никак не можете? Что вы ему кланяетесь, ходите столько лет, если он безграмотнейший человек? Подарил Украине или присоединил к Украине часть территории России. К нему ходите кожного дня, я не можу зрозуміти. Чого ви постійно йому кланяєтеся? Чому ви йому квіти носите? Чого ви врешті його не закопаєте, я не можу зрозуміти? Чого ви в ті постаменти Леніна втюхалися? Чого ви з ними постійно приїжджали на тимчасово окуповані території? Чого ви носитеся з ним як з писаною торбою, якщо він тупіший чоловік, безграмотний, не жив на території Росії, а взяв і нарушив все, к чому ви так стремітеся зараз і що ви хочете зараз об'єдініть? Логика вообще войдет когда-нибудь на эти территории или нет? Один каже, Росія розпочала агресію, але Україна не хоче мирних перемовин. Інший каже, безграмотніший чоловік этот Ленін. Пойду, схожу, посмотрю, как он там в центрі Москви-то лежит. Как йому там? Спинку-то не давит? Голову преклоню? Когда-то заходил там к партийным чиновникам, у них обязательно нетронутые в шкафу стояли 168 томов Ленина. Что они, никто туда даже не заглядывал. Понимаете, вот он приехал и вот такое наворотил, отдал пол Украины, все российские города, Одессу, это он им отдал. Отдал пол Украине все российские города? Угу. А Одесса это российский город? А как, Екатерина сделала, конечно. Это все была Россия. И он им присоединил. Почему? Потому что Украина сама была, она маленькая была, она была аграрная страна, маленькая. У них там ни промышленности, ничего не было. А чтобы был пролетариат, у нас же движущая сила была пролетариат, а пролетариат был вот Донецк, Луганск, где шахты, заводы. Вот он им это все и туда присобачил им. И теперь они думают, что они навеки были на этих землях. Да ничего подобного. Я перепрошу, що вам доводиться цей весь бред слухати. Та, ну, якби... А второй безграмотный отдал Крым, чтобы только за него проголосовали. Так что вот все цари, как бы их ни ругали, они собирали для России земли, а эти партийные безграмотные чиновники, они эти земли отдавали. Один Владимир поганий, тому що пів Україні віддав частину Росії, другий подарував Крим, а третій виходить зараз у ту частину Росії, яка залишалася, і залишається поки що, та сопровождає на дно, але не Чорного моря, а отого, отієї болотяної місцевості, яка завжди була на території Росії. Коли жаби квакали, пам'ятаєте? От до того зараз і стріміться. Буде правити до кінця російських територій. Звучить. Скоріше б він вже розпочався, але Збройні Сили України, ми вас не підганяємо. Ви працюйте, ми допомагаємо. Ну і, звісно, дякую всім, хто був зі мною весь цей випуск. Традиційно кажу вам, бережіть себе і побачимося з вами. Спецоперація під назвою «Капітуляція». Невдачі Росії в Україні вже досягли таких масштабів, що у російських пропагандистів закінчуються аргументи, як це все виправдати. Методички переписуються прямо на ходу. І якщо понад рік вони говорили про триденну війну з нацистами, то зараз думки у них зовсім інші. Вони зрозуміли, в яку задницю попала страна з початку цієї спецвоєнної операції. Але від ідеї освобождать вони ще не відмовилися. Ось, наприклад, Соловйов із Скабєєва, розганяючи тему так званого майбутнього Майдану 3, вже заявили, що їм нужно спасати наших людей. Нельзя оставляти наших в біді. Наших придется спасати вместе со всей Украиной. Так що будемо вас спасати, український народ. От бездарной, нацистской, продажной, дилетантской украинской власти. Йти на Київ і освобождати українців зібрався ще один пришелепкуватий – колишній депутат України Ілля Кива. Проведя опрос і поняв настроєння етнічних українців, сьогодні проживаючих на території Російської Федерації, а я прошу заметити, це порядка 6 мільйонів чоловік, я буду обращатися к сильним мира сего с просьбой дать нам, украинцам, возможность освобождать свою землю. Это не только наше право, но и в первую очередь наш долг. Мы, украинцы, готовы встать рядом плечом к плечу
с русскими, чеченцами, дагестанцами, осетинами, чтобы вместе, единым фронтом, как дети Бога, освобождать нашу землю от зла и порока. Краще би такий вас себе від наркозалежності освободив. Але не тільки яйцеголовий полюбляє приймати небезпечні речовини. На болотах вже розповідають, що Україну потрібно звільняти не тільки від київського режиму, але й від поляків. Звісно, ні в якому випадку західна частина України не повинна залишатися під пітою нинішнього нацистського режиму, і тим більше там Польща не повинна взяти ці території, якщо освобождати, то освобождати весь украинский народ, потому что на самом деле для этих людей все польское вот это вот владычество, оно ни к чему хорошему не приведет. Мы же знаем вот эти планы о том, чтобы через какое-то время Западную Украину взять под свой контроль и под свое крыло. Значит, и здесь выяснится одно обстоятельство. Сейчас в Украине существует антироссийская коалиция, прикрытая националистическими лозунгами, которая выглядит как некое единое. На самом деле это не так. С одной стороны, есть Зеленский, который марионетка Запада, и который с удовольствием согласится на польскую оккупацию. Зеленский на это зажег зеленый свет. Известный закон, который разрешает польским гражданам быть полицейскими, прокурорами, сотрудниками правоохранительных органов, пограничниками и служить на территории Украины. Это фактически уже создание режима оккупации. Це все повна маячня. Окуповувати українські території може і хоче лише Росія. Щоправда, після декількох жестів доброї волі та теперішньої хвилі невдач на фронті, вони задумалися, а навіщо взагалі так зване СВО? Українська сторона вже признала, що достичь каких-либо значимих успіхів в ході свого так називаємого контрнаступу вона не може. Дев'ятистраничне інтерв'ю главкома ВСУ Зеленского, экономисту, это лишний раз подчеркивает, там много разных признаний. Заложенного, да. Признаний в том, что зашло все в тупик и так далее, и так далее. Усиливаются призывы заморозить этот конфликт, остановить этот конфликт. Американские сенаторы, вы их цитировали, еще кто-то. Но при этом остается все равно главным вопрос. А на каких условиях, а на каких основаниях? И вот это вопрос, который прежде всего касается нас. Мы понимаем, что были заявлены цели специальной операции. Эти цели в той или иной форме должны быть достигнуты. Песков сегодня, комментируя интервью Залужного «Экономист», сказал, что все цели спецоперации России на Украине будут достигнуты, но не пояснил ни в каких границах, ни на каких условиях, ни когда эти цели и как выглядят эти цели будут достигнуты. Цели, задачи СВО будут выполнены. Вы скажите четко, наша цель это флаг на банковый, русский флаг на банковый. Нет. Как промежуточная цель. А вот это в отношении Украины. В отношении Украины. Понятно, никто же четко не говорит. Я могу мы должны полностью освободить всю территорию Украины. Вот. Вот понимаете, вот эта двусмысленность, она же, если кто-то думает, что народ ничего не понимает, все прекрасно понимают. Вот люди все прекрасно понимают. И вот эта доска воспринимается, как будто оставляют себе люфт для того, чтобы пойти на какой-то договорничок в промежуток. Понимаете, почему не ставится конечная цель? Вот я очень хочу, чтобы понимали, люди, народ по-другому не воспримет. Уже все. Уже такое, уже ситуация зашла настолько глубоко. Только полная победа над всем нацистским режимом Украины. Откуда мы знаем, какая конечная цель? Давайте про конечное мы подумаем по Украине. Нет, это важно. Потому что... Так вот поэтому и вы говорите, почему мы не знаем. Сейчас, нам же не доводят, какая конечная цель. Но нам и не могут довести, потому что хорошо, она не всегда доведите. Очевидна. У нас есть четкое понимание, вот в декабре 2021 года было высказано, что нам необходимо для обеспечения стратегической безопасности. И там отнюдь не только Украина. Они что думают, что они сейчас Финляндию и Швецию включили в НАТО, а мы-то типа скажем, вау, как круто. Они что думают, что вот сейчас в Прибалтике туда немцы заходят, или там они готовят для того, чтобы использовать аэродромы для разных. Мы скажем, вау, как круто. Мы что, не видим всей этой суеты вокруг Молдавии, что происходит в Румынии? Мы что, не видим, что творит Польша? Поэтому я вам скажу так. Поболдаем никаким меня... Киевом, да. Никакой Банковой, никаким Львовом дело не закончится. Ого, які пішли заявочки. Ми не знаємо, які у нас цілі, але вони будуть досягнуті. Нам главное здесь не останавливаться. Это главнейшее условие. Нам нужно довести все до денацификации и демилитаризации Украины. Цели специальной военной операции определены давно, и ключевая задача – это демилитаризация,
Соответственно, как мне видится, вообще из информационного пространства термин «переговоры» следует заменить все-таки на капитуляцию преступного киевского режима. Потому что в обратном случае решения проблемы не будет. Та чого ж не буде? В обратном случае буде демілітаризація Росії. І вона, до речі, вже розпочалася. Прильоти безпілотників, знищення чи пошкодження російських військових баз, заводів та електростанцій змусили Кремль написати нову методичку. Тепер на усіх пропагандних каналах вони розповідають, що це Україна напала на Росію, а отже її треба знищити. Я напоминаю один простий наратив. Россия не собиралась захватывать Украину. Украина сформировалась как абсолютно токсичное, угрожающее России государство. И государство, которое 17 февраля 2022 года напало на Республику Донбасс. Если бы вы знали, как все это будет, вы бы приняли это решение 24 февраля или нет? У нас другого выбора не было. Спасибо большое. Спасибо. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно и без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали. Но они действительно фашисты. Нацисты, они действительно не люди, и это не художественное преувеличение о том, что захватить они хотят территорию Российской Федерации. Тож, як ви могли зрозуміти, тепер у росіян головна ціль так званої СВО – не захоплення України, а гарантування безпеки Росії. Речь вообще не идет о том, что России нужны исключительно эти новые территории, и на этом конфликт исчерпан. Больше того скажу, даже речь не про Украину. Речь о безопасности России. Это гораздо больше, чем Украина. Я думаю, что ни у одного нормального человека в России, нормального, подчеркиваю, нет никаких сомнений, что с Божьей помощью победа будет, конечно, наша. Но мы все расходимся в том, какая она как будет. Она выглядит. Да. Как она будет и что выглядеть. Считать победой? Только ли наши новые территории, которые у нас уже в Конституции записаны? Угу. Или еще вот это, или еще вот то, угу. Или еще какие-то другие гарантии? Я скажу вообще крамольную вещь. Даже если мы добьемся гарантии нейтрального статуса, не вступления Украины в НАТО, угу. Вот этой вот всех прекраснодушных наших мечтаний, и они будут подписаны, и кровью смазаны, угу. И на Торе будет клясться Зеленский, и на Библии будет клясться Байден, он католик же, кажется, да? И все остальные будут клясться, каждый на своем, значит, на чем он там способен клясться, это ничего не значит. Ничего. Угу. Сегодня подписали, завтра расторгли, передумали. Или же сегодня подписали, все равно не придерживаемся. Вообще ничего не значит. Значит только зафиксировать территорию и оборонить ее так, чтобы никто не рыпнулся. И наращивать, продолжать наращивать свою военную мощь, свою экономическую мощь, стабильность моральную, духовную, патріотичну в нашому обществі, щоб ніхто не змог рипнутися. Які ж вони самі розв'язали цю війну, а коли зрозуміли, що країна, яка менша за кількістю населення і за кількістю озброєння, непереможна, почали давати задню. І заявляти, що ніяких українських територій їм начебто не потрібно. Ми віддали, ну все, що можна було віддати, віддали. Віддали Крим, який був всю життя російським. Отдали все эти территории, которые были всю жизнь российскими. Помогали, давали возможность там пользоваться нашими ресурсами. Они здесь миллионами, украинцы, миллионами здесь работали они. Они выживали за счет того, что они сюда приезжали на работу, зарабатывали деньги. Хорошо работали. Работали хорошо. Дома строили, все, да, и там, я не знаю, копали ямы, еще, ну, чем только не занимались. Сейчас работают. Мы разрешали все это, помогали. Как могли, как говорится, по голове гладили. Но в ответ параллельные процессы шли, и они были явно нездоровые. И вы раскачали всю эту ситуацию до того состояния, что мы пошли на спецоперацию. Сейчас вы говорите о том, что нужно к какому-то прийти к компромиссу. Это удивительно. И оказывается, у нас, мы такие коварные, есть планы, вот про которые, то, что вы приписали сейчас Маргарите, забрать Киев. Это невероятно. Нет, просто. Нет, но даже, Роман, ты говоришь все время, что 20% мало. Этого мало. Но что такое 20% в России? Да, я рассуждаю, почему так. Но зачем до наших военнослужащих были под Киевом? Не потому, что нам 17 миллионам квадратных километров нужны еще какие-то территории. Не поэтому.
А потому что даже если останется один квадратный метр, вы попробуете вот этот квадратный метр использовать для того, чтобы поставить там гаубицу Д-30 и стрелять по нашей территории. Речь. Да, это вы будете делать. Вот поэтому я говорю, что единственное условие, чтобы мы чувствовали себя в безопасности, и Маргарита ровно про это говорит, заключается вот в этом самом сценарии. А не потому, что нам нужны какие-то города. Территориальных претензий у Великой России при этом нет и вообще никогда не было. Россия так велика, самая большая страна в этом мире. Так что на Украине мы войну не ведем, мы пытаемся спасти людей от войны, наших русских людей. Ой, як же цікаво, не нужны наши территории, але водночас дехто продовжує розповідати про Одесу, Миколаїв, Київ та навіть Львів. При всем потенциале Российской Федерации дойти до Львова, ну, не такая большая задача, проблема, не такая большая. Мы, слушайте, мы Белоруссию там, по-моему, за два месяца, за полтора месяца все освободили, Великую Отечественную войну. Ну и здесь то же самое. У украинского режима не должно быть доступа к Черному морю. Ну просто для того, чтобы максимально просто пресечь такого рода атаки, то есть Одесса, Николаев должны быть российскими городами. И Херсон, разумеется, в том числе, что уже является частью нашей Конституции. А давайте спросим у жителей Днепропетровска. Только по-честному, не под дум натовского автомата, этого ВСУшного, бандеровского автомата, не под дум репрессии СБУ, а по-честному. А вы с кем хотите быть? А я уверен, что жители Днепропетровска даже сейчас хотят быть с Россией. А спросите у жителей Киева, у Харькова, у жителей Кировограда, Одессы, Николаева, спросите. Но этого они делать не хотят. Я считаю, вот мое мнение как гражданина Украины, что Украина должна быть полностью в составе России. Дійсно, їхня основна мета – знищення України як держави. Тож не просто так казав Залужний, якщо ми не вб'ємо їх, вони вб'ють нас. Тому зупинятися, а тим більше з ними домовлятися, ні в якому разі не можна. При сокращенні внешней поддержки финансовой составляющей, естественно, будет принуждение к переговорному процессу. Вот в чем, соответственно, основная особенность того, что сейчас происходит, и то, что мы видим, соответственно, вот на внешней периметре. Что значит принуждение к переговорному процессу? Дело в том, что как происходило несколько итераций переговоров. Я так понимаю, последняя итерация переговоров не совсем устраивает одну из сторон, мягко говоря. Вот, поэтому, соответственно, после как на, бы... Нас, да? Да. Вот, соответственно, после... Мы хотим Львов? Нет. До Варшавы? Нет, у нас условия там больше специфические. Вот, судя по всему. Вот, соответственно, как бы сейчас будет... Если вы знаете, какие условия вы рассказываете. Ну, давайте, те, кто вели переговоры, сами расскажете условия. Вот, проблема... Знаем, кто эти люди. Ну, Салливан, например. Спросите у него. Но это не наш человек. Ну, кто знает, эти республиканцы считают, что наш. Вот, проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что сейчас происходит... Салливан и Абзалов. Навели тень на плетень. Рассказывайте, что знаете. Смотрите, есть была базовая составляющая переговоров, которая предполагается, это отведение как бы к базовым позициям, соответственно, начало военного конфликта. Я так понимаю, соответственно, это позиция... Вы имеете в виду переговоры Патрушев-Салливан? Еще до этого. Но вопрос, базовая, вот первая итерация, она предполагала просто возвращение, соответственно, к тем позициям, которые были. Я сомневаюсь, что сейчас как бы... Позиция, это как минимум 4 украинские... Институция это прописана. Вот, соответственно, потом был переговорный тег, который предполагал, соответственно, так называемый корейский сценарий, как мы все там знаем, соответственно, связанный по этим Днепру. Вот, части Днепра заранее говорю, чтобы там никто не опылился. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы есть много... Потому что все начинают думать про Киев. Я про то же. Ну, следует отметить, что Одесса за Днепром. Мы про него думаем и никогда не забываем. Ну, надеюсь, что Киев тоже. Вот, проблема заключается в следующем. В том, что сейчас как бы происходит как раз усиление этих переговорных позиций, чтобы этот трек запускать. Потому что с этой точки зрения, если не будет никакого военного разрешения этого конфликта полностью, и когда, соответственно, экономическая цена этого конфликта будет очень высокая, тогда, соответственно, переговорный процесс как бы будет неизбежен в данном случае. В общем, вы когда в следующий раз встретитесь с Салливаном, вы ему... Я с ним не встречаюсь. Мы против, мы идем до конца, до победы. Варто розуміти, що все це ворожа пропаганда. Тож не піддавайтеся їй. Дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Був обережно зомбоящик. Дивіться нас, підписуйтеся та поширюйте це відео, аби більше людей вберегли себе від московицьких фейків. До зустрічі!